Всем здорово, друзья! С вами Антон, это игрушка Styx. Мы начинаем ее продолжение. Приятного просмотра, будьте со мной. Итак, начнем мы, наверное, за исследователя. Я в игрушки подобного типа особо не играл. Это полностью стелсовая игрулина. That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guards' monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. Бедный таракашек. That's disgusting. О, а вот и мы. Вступаем в бой. Ку-ку. Ни хрена себе, тут можно еще невидимым становиться. Hi there. I'm the new accountant. What a fucking oops. I'm alive. Ни хера себе, сколько их. Наш Styx тут не один. У него целая семья. Наебал он вас, друзья. Let the pro do the hard work. Нормально. Smoking's bad for you, boys. Real bad. Ну вот этот таракан. Только ему кусочек побольше тебе достался. Сейчас посмотрим. Графику, в принципе, я почти выставил на максимум. Не знаю, потянет мой комп или нет. Будем смотреть. Ну, игрушка должна быть интересной. Полный стелс. Это недавно у меня был Hitman на канале. Прохождение пару миссий можете посмотреть. И игрушка Zif. Вот это вот две игрушки, в какие я играл именно стелсовые. Ну и вот это вот... Третья про Styx'а. Давайте смотреть. Так, добраться до черного хода. Управление камерой. Ну... Ребятушки, знаете, в принципе, игрушка выдает 60 кадров в секунду. Почти на максимум. Я, наверное, не буду даже менять настройки. Меня, в принципе, и так оно все устраивает. Так. Окей.
Так, Е это спрятаться. Ага, С присесть и красться. Окей. Потушить факел. It's time to switch out the light, kiddies, or открыть дверь. Ох ты, какой замок интересный. Мне бы домой такой замок. Так, это у нас... Нет, это не капкан. Прыг. Нормально он прыгает. Так, можно, в принципе, встать. Это же, я так понял, наше гоблинское убежище. Так, а тут он... Может, у нас тут... Ага, это можно только так. А вот тут у нас какое-то янтарное зрение. Янтарное зрение подсвечивает элементы, с которыми можно взаимодействовать. Угу. Так, взята железная руда. Стульчик нам нах не надо. Можно спрятаться. Окей, так. Хорошо. А залезть мне как сюда? Как мне залезть наверх? Ребята. Ребята. Ага. Да ты шо? Прям Assassin's Creed. Так, удерживайте, чтобы упасть. Ага, у меня есть еще дротики. Так, наверное, ага, так, это нам сюда. Так, спрыгнули. Опять прыг. Давай спрыгнем. Давай. Включаем янтарное зрение. Что тут у нас? Ниги. Так. Прикольно он факелы тушит, знаете, мне нравится. Так, и погнали. Так, погнали дальше. Ага. Угу. И ясно, понятно. Придется карабкаться. Давай. Будем карабкаться. Да! Чисто именно Assassin's Creed, я вам серьезно говорю. Ну, очень похоже, если честно. Угу. Так, ну в Assassin's у меня еще никогда не было, что я прям сильно падал по вот таким вот отвесным стенам. Ну или, короче, почем можно карабкаться. Так, вообще нам надо спрыгнуть, да? Открываем дверцу. Чё у нас тут есть? Угу. Так, еще взяли железную руду. Я не знаю, зачем она нужна, короче, пока мисс еще. Ну, зачем-то она нужна. Так как тренировочный лагерь у них, или... Я понять не могу. Ух ты. Так, чё я... Ага, тут у нас вот такой вот крафт, да? Так, итак, дротик. Устраняет врагов без брони, сбивает люстры. Флакон жизни. Флакон жизни мы изготовить не можем. А вот дротик почему бы и нет. Ага. Угу. Изготовили мы только один. Так, удерживаете среднюю клавишу мыши, чтобы открыть меню предметов. Затем двигайте, чтобы выбрать. Ага, так, все, дротик у меня есть. Теперь. Давай, поднимайся. Фуй! Угу. Так, так, так.
Так, ну ладно, в принципе, чем мы тут все исследовали, погнали туда. Ага, это не все еще у нас. Это еще не черный ход. Так. Конечно, обозреть например, карманный песок позволяет вам тушить факелы издалека. Просто нужно нажать Q. Окей. Давай. Угу. Ну, ничего так, кстати. Невозможно унести больше предметов этого типа, да? Так, хорошо, давайте посмотрим. Ага. Давай поднимем тело и пробуем его куда-то спрятать. Вот сюда. О, класс. Вот вам и элемент стелса. А в бочку мы прячемся. Отлично. Так, что тут у нас еще есть? Это у нас чего? Яйцо насекомого. Да отвали, что ты хочешь? Давай потушим факел. Понятно. Я не успел особо что-то взять, да? Угу. Вниз падать неохота. Так, а тут что он? Ага, это песок. Тут можно спрятаться. А отсюда мы будем прыгать наверх. Наверх. Так, а тут у нас кто сидит? Никого. Опа. А прикольно, мне нравится. Покамест мне нравится. Ага. Тут я тебе говорю. Бух. Угу. Понятно. Так, это что мы взяли? Ага, неочищенный янтарь, да? А здесь у нас что? Тоже неочищенный янтарь. Хорошо. Так, я так понимаю, мне нужно как-то забраться наверх. Угу. Так, а где наш трос? Ага, трос еще наверх, еще выше. Давай поднимемся еще выше. Угу. Так, это спуститься вниз. Давай откроем дверь. Так, а это чего у нас такое? Раствор кислоты, да? Нажмите, чтобы растворить его. Окей, значит, выбираем. Q. Ух ты. Ничего так. Угу, зелье жизни. Нажмите один. В смысле, я не могу понять что-то. Подождите, ребятки. То есть, нажмите один, чтобы выпить зелье. Какого хера у меня появляется клон? Короче. Так, а здесь у нас... А что у нас здесь? Ага, это не все еще. Так, давайте песка возьмем. Хорошо. Удерживайте W, чтобы раскачаться в одном направлении, затем удерживайте W, чтобы лезть по веревке. Так, не-не-не, мне надо вот туда. Оп! Ку-ку.
Не туда. I read the script, and I know we get past this. It's just a matter of time. Молодец. Он знал, короче, что так произойдет у нас. Вот в чем вся суть. Так, а там я же не поднимусь никак, да? Так, нужно... Отлично, есть, мы достаточно раскачались. Well, this is gonna be short and sweet. Ух ты. How long will two against one take him? Так, так, так. Только что с помощью клавиши Е мы его... обокрали и потом совершили бесшумное убийство. Так, а тут я его нигде не спрячу, не? Так, это у нас что? Ядовитая спора, да? Так, давайте сейчас. Ага, его и, в принципе, нечего даже забирать. Значит, мы просто поднимем тело и... пи-пи-пи-пи-пи-пи... кинем его хотя бы сюда, чтобы оно меньше глаза, так сказать, мудило. Хоть, сука, сука, сука. Прячься, прячься. Так, сука, я бы его грохнул, понимаешь, но... Я понял, короче, в открытые стычки вступать не стоит, потому что нас убивают что так, что так. Окей, хорошо. Давай тогда попробуем. Как бы нам плакат сорвать-то? Really scraping the barrel if they're recruiting here in Shitville Thorough. Вот even the scum that live around here. Честно, я думал, недавно не смогу допрыгнуть. Otherwise, this little toilet of paradise will turn into a real stinking hell. Так, ништяки, ага. Ёб твою мать, сука, сейчас опять будет меня проклинать. You are dead. No, I'm dead. You'll be out getting laid soon. Wait. Leaning closer to the screen. Maybe not. Так, все, хватит убивать Стикса, а то мы еще игру, в принципе, не начали, а уже надо кучу-кучу раз возрождаться. Так, повтор. Удерживайте рядом со стеной, чтобы укрыться, да? Хорошо. Итак, давайте еще раз. Да, сука, как он меня увидел? Да я понимаю, что ты умер. Ёперный балет.
Otherwise, this little toilet of paradise will turn into a real stinking hell. Так, ладно, все, собрались. А то что-то как-то не камильфо происходит. Да? Стикс. Так, давай заберем тело и выкинем его куда подальше. Твою мать, какого хера, блядь, перецепился через ведро, упустил труп. Физика, ну камон. Угу, тебе так нравится, походу, да? Ну ладно. Сорвем еще один плакат. Да. Так, создали клона. Давай, пока он не повернулся. Давай. Души, сука, его души. Он же ему глаза выкалывает. Да, сука! Ёперный балет, блядь. Так, а, ну все, мы в принципе прошли. Bench looks usable with a few raw materials. I should be able to put together some nasty surprises. Eyes open. Так, тут можно спрятаться, да? Тут изготовить. Что мы можем изготовить? Флакон жизни, недостаточно материалов. See what we found during the last raid. Yeah, nice one. Давай. Sure to disappear since the fall of Akinash. Me too. We'll make a ton of money out of it. I hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for? I hid it in the old secret room. The one behind the bookcase. Shh. Why not just shout it from the rooftops? A hiding place behind a bookcase. Talk about originality. Ты тупо спрятался, да? Save yourself! All hands to battle! It's my lucky day. The casket distribution list. Good luck to the fool who gets to even up the bill. Ну все, отваливайте. Этот хер наверху. Этот хер там. Окей. Ёб твою. Так, ну я думаю, хоть засейвится момент, когда я забрал тот сраный документ. Да, сука, ну ладно. Yeah, nice one. I was sure to disappear since the fall of Akinash. Me too.
We'll make a ton of money out of it. I hope you've stashed it somewhere safe. Of course. What do you take me for? I hid it in the old secret room. The one behind the bookcase. Shh. Why not just shout it from the rooftops? This is weird. We can't tour! The enemy is here! It's my lucky day. The casket distribution list. Good luck to the fool who gets to even up the bill. Мите, чтобы отравить пищу, да? A little green hot sauce. Отравили. For me, at least. Да, давай его спрячем вот туда. Так, отдыхай. Let's see if there's something useful around here. Так, и ты отдохнешь. Да? И тебя мы спрячем. Мы тут можем. Ух ты, блять, вот это я зашел именно. Ох, я зашел. Пиздец, товарищи. Вот как раз тебя в шкафчик. А того в сундучок. Не будет, я думаю, отлично. Если вы со мной согласны, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы было побольше, сука, таких видео. Давай мы сорвем еще плакатик. Моя прелесть. Так, я думаю, ты тут один-одинешенек. В бочку хреново ты не залезешь, а вот в сундук можешь. Тут у нас еще. А тут что у нас еще? А, или нажмите Q, чтобы. Понятно. Отвлекающий предмет. Так сказать. А тут нет никого. Кидать не буду, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ага, тут вообще можно краса. Ну, а, ну понятно, что я так привлекал, в принципе, много внимания. Ну это же Антон. Have you seen the posters? Carnage is recruiting. There are squads hunting goblins in other places. Там их двое. It's a good way to get out of this shithole. I don't think I'm made for the job. Those things scare the hell out of me. Yeah, it's true. You wouldn't last a day, and there's some real hard cases in the squads. Ты, наверное, хочешь наверх подняться. Да, я хочу тебя убить. Туда, туда, туда иди. Иди туда. Отлично. Хорошо. Вот. Сука. Да пошел. Пиздень. Ёбаный, блядь. Да ни хрена.
Надо было все-таки начинать сверху. Да. Блять. Ну, в принципе, и прятать его нехер. Сюда никто не придет. Не, ну по-любому никто не должен прийти, я надеюсь, по крайней мере, на это. Давай возьмем еще вот это. Если бросить, допустим, песком тому в глаза. Там я хрен проеду. Have you seen the posters? Carnage is recruiting. There are squads hunting goblins in other places too. It'd be a good way to get out. He got taken out. Так, ну окей. У нас минус один. Where is he? I'll flush the roach out. Ага. Отличненько. Совсем больно, я через верх не пойду. Блин, ну вот как мне полечиться, а? Как мне похилиться? Так, я так понял, это не наш лагерь, это уже полноценная, в принципе, миссия. Да. Снова, снова, снова. Ладненько, на этом мы остановимся, друзья. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, даже если я плужил. С вами был Антон. Пока-пока.